Всем привет от Лебеди Фэмили! У нас сегодня воскресенье, и мы приехали в Проспект-парк, чтобы сделать барбекю. Парк, где разрешено делать барбекю. Посмотрите, сколько много людей. Все отдыхают. Целыми компаниями. Здесь мы видели, дни рождения отмечают с шариками и со всеми другими атрибутами. Вот так вот. Вообще здесь есть специальные площадки для барбекю, но мы приходим со своим мангалом, так намного удобнее, и точно знаешь, что тебе достанется место. Такое здесь озеро красивое, плавают на катамаранах. А вот место, которое выбрали мы. Готовится наше мясо. Новый рецепт – это старый рецепт плюс киви. Киви – это просто нечто. И сегодня мой дебют. Я сегодня первый раз делаю говядину. Ни разу не делал, но будем пробовать. Киви размягчает мясо, да? Очень сильно. Это просто супер. Это такая штука классная. Здорово. Ну, ждем, когда приготовится. Ну вот, шашлык готов. Приятного нам аппетита. А вот здесь похоже, что празднуют день рождения. Наш мангал собирается очень компактно. Вот так вот собрал и поехал домой. Да, повторюсь, что мы приезжаем со своим мангалом. У нас их два, но вот этот самый компактный. Вот там за озером общественные мангалы. Ну, чтобы не рисковать, лучше приехать со своим, потому что все-таки выходной, может быть, может не достаться места. Также там есть столы, где можно покушать. Народу поприбавилось. Где-то там на барабанах играют. Шумно так. Мы не ругаемся. Мы вообще не ругаемся. Я правду сказал. Мы желаем всем отличного настроения, солнечной погоды и ярких эмоций. До встречи в следующем видео. Пока-пока.